Пикет и потасовка в горсаду. Активисты и общественники устроили сегодня акцию протеста у входа в летний театр. Говорят, там хотят вырубить деревья. Не обошлось без стычек с полицией. Подробнее расскажет Надежда Бондаренко. Зеленый пикет у входа в летний театр начался еще днем. Собрались активисты и представители различных общественных организаций. Они возмущались отсутствием свободного прохода на территорию театра и заявляли, что там планируется незаконная вырубка 109 деревьев. Летний театр является частью городского сада и... Есть архивная информация, которая это подтверждает. Практически одновременно с участниками протеста к летнему театру прибыли сотрудники полиции. Они оцепили проход на территорию театра, оттесняя при этом активистов от ворот. В процессе между сторонами произошла потасовка. По словам общественников, на территории летнего театра они увидели неизвестных вооруженных людей. Когда молодые люди в масках принесли брусчатку и высыпали на площадке перед входом в летний театр, началась вторая потасовка между участниками протеста и правоохранителями. Что с камней может быть провокация? В итоге акцию протеста перенесли на выходные. Надежда Бондаренко, Евгений Руденко, 7 канал.